прошлом месяце в Стерлитамаке стартовал проект «Круговорот», главной целью которого было привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных. Молодым художникам предлагалось сделать интересные и забавные снимки с братьями нашими меньшими. Как мы видим, результатом этой акции стала выставка Стерлитамакской картинной галереи, где сегодня представлены более 80 работ. Фотографы постарались в своих фотографиях показать свое очень трогательное, очень внимательное отношение к своим питомцам. В принципе, каждое здесь животное имеет свою историю. Они почти все они бездомные, они подобранные, они в конце концов устроены куда-то. Вот, ну, допустим, вот котик живет в Тамле, он у нас, в общем-то, вылеченный, прекрасно себя чувствует и действительно с янтарными глазами. Люблю фотографировать, в принципе, все, но больше, конечно, природу и индустриальную съемку. Также нравится запечатлять эмоции людей. Коты в искусстве фавориты. Эта выставка еще раз доказывает, что больше всего наше любимое животное, самое близкое, это кот. Ну и собака на втором месте. Из-за того, что про животных, и поэтому я и пришла. Ценность ее, знаете, в чем? Что здесь все живье. Живье. Это все настоящее. Это ничего не придумал, никаких композиций нет. Нужно с самых малых, наверное, лет показывать нашим, прежде всего, детям, что братья наши меньшие, они, конечно, нуждаются в теплоте и заботе. И вообще вот выставка названа так «Круговорот». Круговорот добра в природе. Как мы будем относиться к природе, так и природа, конечно же, откликнется, так сказать, на наше движение в этой жизни. Проект «Круговорот» объединил молодых и талантливых художников республики. Представлены здесь даже работы фотографа из Украины. Это еще раз доказывает, что проблема бездомных животных наиболее актуальна в нашем обществе и не оставляет равнодушных. Скоро выставка будет проходить и в Ишимбае. Наталья Мелконова, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.